Сегодня инспектор напомнил школьникам правила поведения на воде, а затем рассказал, что нужно делать, если человек попал в беду, как обезопасить себя, находясь вблизи от водоемов. Кроме того, во время занятий ребята получили некоторые практические навыки. По опыту работы с подрастающим поколением инспекторы знают, что когда ребятам приемы оказания первой помощи показывают профессиональные спасатели, это работает гораздо эффективнее и запоминается надолго. Ребят, когда вы с папой, с мамой поехали на рыбалку, обязательно скажите: мама, папа, оденьте на меня спасжилет. Я хочу остаться здоровым и живым. Осень в Заполярье в этом году выдалась затяжной. На календаре уже середина декабря, за окном то легкий мороз, то оттепель, а значит, никаких условий для формирования прочного льда на водоемах. Согласно данным наблюдений, толщина покрова на реках и озерах области не дотягивает до нормы 10-15 сантиметров. Сигнал нехороший как для любителей зимней рыбалки, так и для любителей гулять у речки и на берегу залива. Обстановка, лед, конечно, у нас имеет толщину где-то и 5, и 10, и 15 сантиметров, но так как в последнее время, недели так были оттепели, да, лед отпустило, лед не такой прочный, то есть могу порекомендовать рыбакам и те, кто ходит, хочет выйти на лед, быть очень крайне осторожными. То есть в области есть уже утонувшие, то есть и рыбаки, то есть которые считали, что лед толстый, прочный, но утонули. Подобные занятия, считают в ГИМСе, сейчас необходимо проводить как можно чаще, ведь лед на открытых водоемах зимой может легко превратиться из места игр и шалостей в место трагедии, предупредить которую можно, если своевременно провести профилактическую работу. И таким движением забрасывать к нему эту веревку, да? Эта веревка долетает до него. Что должен сделать Степа? Степа должен пропустить руку в петлю, схватиться руками за веревку.